дерево? Я его видела у гончара. Огниво, искушение, суть. Искушение? Сестер, какого искушения? Никто не остановится после серебряной. После медной можно, как я вам и говорил. Если бы вы... Сначала медная собака, она монет простых источник. Избавит от нужды владельца, коль сможет он остановиться. Ребро, дающая собака, закроет дымом горизонт. Огниво. Скорее туда! Упс! Почему тебя никогда нет, когда ты... Ну! И в темной зависти утонет огниво жалкий обладатель, пока не вызовет собаку огнем, разящую вокруг. Заткнись, упс! Где мы теперь увидим этот пожар? Хороших людей нет. Полно! И гончар самый лучший. Чем же он лучший? У него деньги есть, слава, власть. Не нужно ему это. Это всем нужно. И гончару, и королеве. Все люди одинаковы. Неправда. Сиянием золота поглотит его безудержная алчность. Деньгами станет он питаться. Ну, а без них он враз умрет. Он умрет! Какая глупая девчонка. Последнее. Огниво, тайна. Еще тайна. Огненные собаки. Они спалят все вокруг. Тайна. В чем? Вспоминай, что еще может случиться?